Здравствуйте, коллеги! Снимаю это видео специально для тех, у кого есть потребность в качественной и быстрой печати на ризографе. По состоянию на 2017 год ситуация следующая. Мы отдельно считаем матрицу 10 гривен, А4 формат, рассчитана на 1000 краскооттисков. И сам краскооттиск А4 формата черной краской 10 копеек, вне зависимости от заполнения листа. То есть все предельно просто. Берете 10 гривен плюс нужное вам количество краскооттисков до 1000 и получаете общую сумму, делите на количество тиража, понимаете свою себестоимость. Это стоимость нанесения изображения, именно стоимость печати, без учета бумаги, плюс стоимость бумаги. Здесь данная цена действительно только на плотность бумаги от 45 до 80 грамм на метр квадратный. Если бумага плотнее, стоимость печати будет выше. И, соответственно, если чернила будут черные, цена эта. Если цветные чернила, цена будет тоже выше. Там, в 2-3 раза, в зависимости от цвета чернил. Вот все так просто. То есть берете, допустим, надо напечатать 50 бланков каких-то. Взяли 10 гривен, разделили на 50, получили 20 копеек, прибавили 10 копеек краскооттиск, 30 копеек себестоимость без учета бумаги. Плюс стоимость бумаги. Сколько стоит бумага? Ну, если 80, допустим, 15 копеек за лист. Ясно, что бумага продается только пачкой, то есть никто листами ее не продает по 15 копеек. 30 плюс 15, 45 копеек. Вот это стоимость качественного краскооттиска выполнена на ризографе быстро, оперативно, ну, фактически при вас. Если 100 краскооттисков с мастера, 10 плюс 10, 20 копеек, плюс 15, и получается уже 35, интересней. И если 500, 2 копейки, плюс 10, 12 копеек, плюс 15, 27. Если печать идет 1 плюс 1, соответственно, эту цифру умножаете на 2. Та же сумма будет равна, если печать идет в А3 формате. То есть матрица не 10, а 20. Краскооттиск 20 копеек. Если печать 1 плюс 1, соответственно, умножаете на 2. Все просто, понятно, прозрачно. В наличии огромное количество машин с разрешающей способностью от 200 до 600 точек на дюйм. Если есть потребность, пожалуйста, обращайтесь. Любые оперативные работы мы в состоянии выполнить быстро, качественно. Кому-то нужны бланки на газетной бумаге, кому-то нужны брошюры, кому-то нужны другие печатные материалы, прайс-листы, какие-то объявления для расклейки, ну и прочая реклама. То есть в наличии огромное количество техники, которая позволяет решать любые вопросы по оперативной печати в течение 1-2 часов, вне зависимости от вашего тиража. Потому что я могу поставить, параллельно включить 20 аппаратов и напечатать вам то, что вы на одном аппарате не напечатаете за сутки. Все, есть такая возможность, пожалуйста, обращайтесь. Также по таким ценам мы можем предоставлять свое оборудование на вашу площадку. Если у кого-то будут потребности, опыт работы у нас уже есть, пожалуйста, обращайтесь. Все эти проекты оговариваются индивидуально. То есть это либо под проект конкретно выставляем оборудование, заключаем договор, либо на длительный период. Так что взять аппарат там на месяц, на два, мы больше таким не занимаемся. То есть только либо длительные проекты, либо какие-то стабильная нагрузка оборудования. Цены стараемся выдерживать. В эту стоимость входит оборудование, чернила, мастер-пленка, сервис, запасные части. То есть вы только добавляете бумагу и фактически печатаете на своей площадке все, что вам нужно в любой момент. В выходной день, праздничный, днем, ночью, без разницы. Это очень удобно. Не нужны затраты на перемещение готовой продукции, а особенно решает вопрос с экономией времени. Зачастую это намного целесообразнее, чем приобретать какую-то технику. Если у вас есть потребность, пожалуйста, обращайтесь, будем рады сотрудничеству.